Всем привет! Вот решил снять видео о таком вот боксике. Ну, возможно, кто-то им пользуется, кому-то будет это полезно. Проблема в том, что здесь коннектор, мягко говоря, не очень. Давайте его вскроем и посмотрим изнутри. Здесь откручиваются два винтика под шестигранник двух сторон. Вот. И теперь нужно открыть вот эту верхнюю площадочку, поднять вот так. И сейчас я вам поближе покажу. Значит, что мы здесь видим? У нас плюсовой пин стоит на резиночке. Такой же, как использовалось всегда в ягушках. То есть, ну это, наверное, для бокса совсем уже решение никудышнее. И все бы ладно, но эта резинка, она постоянно разрывается от накручивания. То есть, когда на нее сверху давит пин, она вот здесь рвется и плюсовой контакт коротит на корпус. Это уже второй раз у меня такое. Давайте его сейчас я вытащу. Его нужно продавливать наружу. Вот таким образом. Вот. И мы здесь видим, что эта резинка лопнула. Вот так. Здесь, конечно, есть какая-то еще пружиночка, которая не ахти вообще работает. То есть вот двигается вот эта часть. Но если бы оно там фиксировалось на корпусе хорошо, тогда бы работало. Так, все это бесполезная какая-то конструкция. Теперь нужно отпаять провод. Вот у меня есть старый коннектор от ягушки. Вытащить из него резинку, одеть и потом припаять провод обратно. По-другому мы ее сюда никак не натянем. Вытащим из ягушки эту резиночку. Вот. Она здесь какая-то короткая. Не знаю, подойдет она или нет, но сейчас попробуем. Вот. Ну и все, теперь паяльник. Сейчас нагрею паяльник и продолжим. Так, вот резиночка встала на место наконец-то. Теперь туда вставляем наш пин. Вот, все стало на место.
Вот. Осталось припаять провод к центральному плюсовому пину и собрать все вместе. Ну вот я все запаял. Теперь просто собираем все обратно. Вставляем. Прижимаем. И закручиваем наши винтики. Так, запускаем мод. Ну, вроде бы все нормально. Сейчас попробуем. Так. Работает. Вот, в принципе, и все. Всем пока. Больше мне сказать нечего.